Уважаемые любители бокса, с вами программа «Мировой бокс восходящего года». На Олимпийских играх в Афинах нового года провел 10 боев, одержал не только на любительском, но и профессиональном. И вот мы видим, Геннадий такая хорошая, весьма эффективно он работает, Геннадий Головкин. Потому что все знают, Геннадий он нокаутер, руку Геннадия Головкина, максимально ему затруднить проведение вот... И, наверное, больше. Ох, смотрите, да, и упал сейчас Михаил. Команда на продолжение поединка. Надо уходить от канатов. Опять пропустил. Смотрите, да, опять пропустил. Ох, пропущенных мощных ударов Геннадия Головкина. Ох, и уже третий раз. Вот эти вот атаки справа. Была атака справа, которая привела уже к окончанию поединка. И посмотрим, насколько за год прибавил Геннадий Головкин в своем мастерстве.